Всем привет! Меня зовут Катя, и я участница под номером 2. В этот проект я пришла, потому что, несмотря, наверное, на то, что половину своей сознательной жизни я провела на сцене, я очень открытый человек, я один ходячий комплекс. Я, наверное, могу структурировать свои мысли только тем, что я устала смешить и быть посмешищем. Я хочу, чтобы люди просто смотрели на меня и улыбались. Я устала быть запасным аэродромом, потому что сейчас такой, наверное, сложный период в моей жизни, который подтолкнул меня и дал мне понять, что все окружающее смотрит на меня как либо на пятое колесо, либо на запаску. Я просто хочу наконец-то почувствовать себя частичкой этой жизни. Не жить ради кого-то и чьей-то жизнью, а понять, что я Катя, у которой есть такие-то данные, которые могут привести к такому-то результату, который точно знаю только я. И только я смогу это сделать. И чтобы, наверное, существовать как единицы, а не половинки.